have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами в Сигналисе, и я хочу посмотреть на карту. Мы сейчас с вами находимся на уровне протекторов, терапевтическое отделение. Тут мы сделали абсолютнейшее все. У нас остался элеватор-контрол, который светится, потому что нам же надо будет как-то отсюда уехать. Все остальное мы здесь уже заюзали, и CR-плеер, и сейф, и памп-контрол-рум. Вот, это все у нас на одном этаже считается. Вот это вот нижний этаж. Тут где трубы, там где вентиляция, там где сохраняшка. Я думаю, что из-за того, что там Sleeping World, там, ну, типа, там большая бойня была на 4 человека. Я думаю, что из-за этого там есть сейф. Но такое, здесь мы заюзали абсолютно все. У нас остался только сейф и лифт. Здесь elevator control у нас, ну, это предыдущий этаж, откуда мы приехали. Мы здесь сделали практически все, кроме вот этой желтой двери, которую мы не открыли. Там нужен был какой-то то ли пропуск, то ли разрешение, то ли что-то такое. И верхний этаж, на верхнем этаже мы уже побывали, настенный сейф. А почему он до сих пор горит красным? Мы же его открыли. О, ладно, это интересно. Это же тот сейф, который постоянно сбрасывался на базовое значение. Мы его открывали, это я точно помню. Но почему-то он до сих пор горит красным. То ли он нам еще когда-то пригодится. То есть я так понимаю, что серым зажигается то, что нам уже никогда не пригодится. А красным, вот как, например, в элеваторе, в лифте, то, ну, то есть... короче, ладно, посмотрим. Сейчас мы пойдем в F-лог, этот S-лог или 5-лог, как бы его это. На самом деле, то, что мы закончили... не зайдя туда, в этом было нисколько, ну, как бы, клиффхенгер, хотя клиффхенгер там тоже. Сколько мне еще хотелось вернуться и запастись немножечко оружием. Я забрал лечилки, забрал оставшийся патрон для пистолета, сделал, ну, как бы, забил инвентарь. Тем, чем нужно, я считаю, пока что я пойду Блин, я даже не знаю, идти ли мне с пистолетом. Я бы, наверное, взял бы все-таки дробовик. Хоть там и осталось всего 4 патрона. Дробаш — это слишком эффективное средство, и я не готов от него отказываться. Так что, наверное, да. Я вот думал для себя, что там может находиться. Наверное, какой-то ключ, который мне... Ну, то есть на этом этаже я дальше уже никуда не пройду, желтых дверей не осталось. Мне отсюда только уехать на лифте. Хирургическое отделение. Тут есть сохранение. И ящик. И 5 патронов. И хилка. И 10 патронов. Подожди, игра. И патроны на дробаш. 4. Игра, ты мне к чему-то готовишь? Вот эти патчи надо положить обратно. У меня есть эти быстродействующие. Но ведь у меня нету... Я сейчас в полном замешательстве, я сохранюсь, конечно. Я уже себе тут нафантазировал такого.
Дропдаун, вот что он мне предлагает. Я понял, вот почему. Ну что. Вот почему здесь и патроны, и всякая так, ну, как бы и сохранялка. Кажется, я смогу безопасно спуститься в комнату ниже. Да? Чё, блин? Это босс. Она меня все это время бьет? Нужно было подождать, пока он блеванет в этот момент, да? Я пока не понимаю, как это работает. А, вот у него припадок. Он открывает лицо. Ай, больно. Зря ты все использовал, я понял. Ой, ну теперь чем-то другим стреляет, подожди. Открывай. А, ну этого же просто перевоскресил. Сколько у меня патронов осталось? 17, не так много. Мне кажется, мне придется переигрывать. Победил? Я так до конца и не понял принципов. Ну, я понял, что когда он блюет, вот когда лицо открыто, надо стрелять. Но как его вынудить, чтобы он блевал? Он просто от усталости или... Что происходит? Адлер. О, Адлер! Мы видели мужского персонажа. Посетитель. Да, добро пожаловать на наше... Дайте мне такой же костюм, как у этого... Блин, там патроны. Ладно. Оказались у нас не в самое удачное время. Чем я могу вам помочь? Я ищу одного гештальта. Он работает на этом объекте. Позвольте взглянуть на фото. Алина Сео.
Мне кажется, она работает на нашем объекте. Однако... Охрененно. Не стоило тебе возвращаться. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Иза, я, наверное, заснула, пока ждала Эрику. Она уже ушла домой без меня. Мы хотели вместе сходить в библиотеку за книгами. Нужно проверить, может быть, она там. Ой, начинаются вот эти вот школьные кошмары японские. На самом деле, это одна из тех вещей, которые я прям не люблю. Но я надеюсь, что это не будет слишком долго. Ну что ж... На самом деле... Идите нафиг. Там дырка в дверях. Это не открывается. Идти быстрее я не могу. То есть это чисто... История? Все остальные двери тоже не открываются. Ну вот, вот это приоткрытое, да. Ее булят. Лифт не работает. Я вижу. Ты видишь, что там на дне куча... И он поехал на пятый этаж. И приехал. Закрыто, нужен ключ, я понял. Одеваем пистолет. Перезаряжаемся. Значит, у меня все-таки пистолет, шокер с собой и... Хилку я заюзал. Блин. У меня до сих пор желтое здоровье. Не идеально. Ладно. Сюда можно. За мной продолжают наблюдать, если что. Ага, engine room. Загадки с вольтажом. Требуется предохранитель. Ясно, без предохранителя мы тут ничего не делаем. Хорошо, пойдем искать предохранитель. О, спасибо. Термитная шашка, да? Ключ! Сервисный. О, Вартун, да, давай. Так, чем бы я хотел бы полечиться, потому что... Не то чтобы хотел бы полечиться, а возможно... Во-первых, вот это положить... Ключи возьму с собой. А у меня есть... Одну такую. А я не уверен, что я хочу тратить. Давайте я... Со временем оно же, да, восстановит? Сейчас посмотрим, сколько оно восстановит. По идее, надо бы выложить дробаш, но если я найду на него патроны и смогу его сразу же на месте перезарядить... Давайте сохранимся.
Что ли за фоточки такие висят интересные? Ну, хорошо. Комната с цех... А, нужен ключ, в смысле, сюда этот ключ будет. Я думал, что это ключ на какой-то другой этаж. Интересный ключ. Ну, конечно же. Конечно же, это будет в каком-то говне, блин. Так. Вот затопленный этаж. Мы под затопленным этажом. Два уровня. Классно. Эти сейчас встанут, поползут. То есть, прикиньте, тут этих андроидов накидано на полтора этажа. Что тебе надо? Требуется ключ совы. Ясно. Значит, у нас два прохода. Патроны. Сердитая записка. Она сама по себе сердитая или... Сорян. Так. Официально заявляю, что мне надоели мои соседки из серии Ойле. С тех пор, как закрыли комнату с пианино, они непрерывно слушают какую-то идиотскую песню. Если я слышу еще хоть один раз, я пойду туда и разобью этот треклятый магнитофон на части. Интересно, можно ли как-то позаимствовать ключ, чтобы пробраться к ним в общежитие и покончить с этим безумием? И мне плевать на нарушение карантина, если я больше никогда не услышу эту песню. Позаимствовать ключ. Что ж, нам тогда нужно будет поискать, где позаимствовать, да? Извините, наша встреча была ошибкой. Блин, а нам туда надо. А их там три штуки, у меня нет патронов для дробаша. Патрон для пистолета. Конечно, спасибо вам. Я ценю. А, это как раз та же самая, да? В смысле, подожди. Ну да, 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 я сюда смогу войти, только если я их перебью. Позвольте вас перебить, да? А сколько у меня патронов? Как бы 14. Это, в общем-то, не то, что прям уж много, понимаете, в чем прикол? Неполадки в системе освещения. Из-за недавнего инцидента с одной скворушкой, имя которой лучше не упоминать, я настроила все двери так, чтобы для открытия требовался видимый источник света. Надеюсь, теперь персонал, не имеющий отношения к сверстной категории, перестанет подвергать себе опасности, шастаясь по темным комнатам, пока мы не решим проблемы с освещением. Если вам назначено задание по ремонту системы освещения, не забудьте схватить модуль фонарика, чтобы дверные частички вас пропустили. Заня, простите, попросите его у Адлера. Адлер это накидал, короче, в шахту лифта всех, кто пришел приходить. Простите, у него фонарик, что ли? Адлер, в общем, сидит в зоне на 8 этаже. 16. Если не очень, кстати, хорошо чувствую, да?
все равно ножом пырнуло. Я использовал одну электротыкалку. Это фигово. Я собирался их придержать. У меня там сраная комната со сраным щитовиком. Требуется ключ от мастерской, ключ совы, ключ еще какого-нибудь. Так, это закрыто. Это закрыто. У меня осталось 7 патронов. Да, лифт непрерывное действие, он, кажется, обесточен. Интересно, можно ли его как-то включить? О! Это была бы хорошая идея, если его включить. Сюда мы не идем. У нас... Да, его нам к тому же придется включать. Окей. Мы без патронов. Еще одна тыкалка, отлично. Мне он подойдет. Так а... Да, патроны для шотика. Патронами для шотика, по-моему, я смогу... Арардорм. Патронами для шотика я бы смог, например, отбиться. Перезарядить. Это... Угу, тут можно упасть. Спасибо, блин. Ара. Обзор реплики Ара. Или Ара. Или... Ну, вместе они Арар, типа реплика входит. Ладно, я помню. Универсальная ремонтная реплика. Тип низкозатратная универсальная реплика второго поколения. Корпус биомеханический с усиленным титаном политической оболочкой 185 сантиметров. Суровые рабочие пчелки строительной и ремонтной индустрии. Одни из первых моделей простые, но эффективные. Ары стали самыми массовыми репликами на сегодняшний день. И сильные тяжелые рабочие модули идеально подходят для строительных работ или производства промышленных товаров. В многих городах нашей нации ары уже заменили гештальт работников в таких областях, как формирование климата или обезвреживание боеприпасов взрывного действия. То есть как саперы, типа. Тут у нас только вниз. Вниз я видел еще один. Арар. А то внизу закрыто, да? Да. Я видел внизу, еще один спуск вниз, который обратимый, так скажем. Поэтому я бы, наверное, сейчас так не торопился бы. Я бы, наверное, вернулся сюда, раз у меня есть шотик. Там у нас еще одна дверка. Карточек у меня нету. Хочу ли я туда ради этой дверки возвращаться, блин? Как раз вот эти два патрона из шотика и зарешали. Эта тварь не захотела сразу сдыхать. Офигенно. Автоинъектор, спасибо. А тут что, больше ничего нет? А я не могу у них ничего забрать? Это крайне печально. Repair Bay. Пойдем. Так. Во-первых, вот это. Реплика Star. Реплика хранится с... и, специализи... и
специалистка по технике безопасности Скворец. Низкозатратные боевые реплики четвертого поколения, биомеханическая с полиэтиленовой оболочкой и пыленепробиваемым броневым покрытием, рост 220. Стандартная модель протектора, специалист по технике безопасности, модуль Star, оснащенная удлиненными ногами, грациозно возвышающими на большинством гештальтов. Несмотря на тяжелые доспехи, они способны перемещаться довольно быстро, их хладнокровные и относительно... И отстраненное поведение позволяет нам объективно анализировать ситуацию и при необходимости прибегать к силе. Необученным техникам рукопашного боя контроль толпы эффективнее всего функционирует в небольших отрядах под командой офицера модуля Star, оснащены баллистическими щитами. Да ну нафиг. Я точно знаю, что мне надо. Сейв у нас наверху. Вот, спуск человеческий. Но сначала... Где у нас? Внизу. Поехали. Так, иди сюда. Это сортировать, это сортировать. Сколько у меня хпшки? Я постоянно какой-то недолеченный, недохоженный хожу. Извиняюсь, это убрать. И... Я бы взял одну, например. Использовать. Хорошо. Взять. Сохранить. Так, мастерская, ресепшн, да. Давайте сюда. Мне нужно спуститься вниз, но прежде чем я спущусь вниз, я хочу вернуться и сделать кое-что. Я думаю, вы, в принципе, уже догадались, что... Что было бы самым логичным с моей стороны на данный момент. Мне меньше всего надо, чтобы вот эта хрень встала. Потому что оно с баллистическим щитом, они, блин... Так, хорошо. Теперь F. Туда мы без света не пойдем. Здесь мы можем упасть. Ну, не то, что упасть, спуститься вниз. Давайте сначала попробуем как-то конвенционный способ, да? А вот, а потом уже будем пробовать всякое безумие, потому что мы сегодня уже один раз вниз упали. Все прекрасно помнят, как это закончилось. Восьмой этаж. Я просто туда спустился, чтобы у меня карта... Ага. Открывается с другой стороны. Нам все равно туда. Хотел сказать, спустился туда, чтобы у меня карта открылась. Открывается с другой стороны. Отлично. То есть у нас единственный способ туда спуститься, это упасть там... Что у нас здесь? Постбокс? А где? А, вот этот. Фу ты, блин, я и не заметил. Требуется ключ от почтового ящика. Окей. Ну, как бы это вполне логично, но почему-то я сразу на это не нажал. Я что-то так нагло пошел дальше без хилки. Лежите, лежите, не вставайте. Нам... Вон туда.
хочу. Не надо, но мне 7 патронов. Ого. Адлер, боюсь, сейчас команда еще не готова принимать гостей. Но вдруг я смогу помочь. Кто вы? Администратор этого объекта. Прошу вас, не стоит пугаться. Он тебя в шахту столкнет, и все, мы знаем тоже. Я просто хочу помочь. Старс. Реплика охотница и специалистка по технике безопасности Штар. Штар и Штар. Так, автоинъектор. Слишком, блин, подозрительно много нам автоинъекторов дают. И ремонтных спреев тоже. Я хочу патроны. Мне осталось 4 патрона. 4 патрона это один моб. В хорошем случае. Хаймат Херцдель Революшн. Дер. Хаймат. Сердце революции, да. Дверь открыта. Блин, крайне рад за нее. Патроны. Они с двух сторон, если что. Если я включу вот эти лифты, мне будет очень хорошо. Так, взять. На пистолете остался один патрон. Мне на самом деле повезло, что эта тварь настояла ко мне спиной. Я смог ее вырубить с первого же патрона. Ребят, его нужна подходящая ручка. Я понял, крэнк нужен. Один патрон на дробаш. Один патрон на пистолет. И ударила меня, и забрала патрон на дробаш, и забрала еще и шокер. Ну вот, просто говна кусок. Зачем ты сюда пошел? О, тут какие-то эти есть. Реплика охранница по технике безопасности Штар, охотник. Это мы все знаем. Твою за ногу, я не заметил, что здесь моб есть. Почтовые ящики, кстати, да, опять или нет? Так, хорошо, к этой двери надо подойти, чтобы понять, что она закрыта, хотя мы это, в принципе, подозревали. Стоп, иди.
193. Мне-то там нужно настроить 193. Я вообще на самом деле про радио забыл, честно говоря. Сорок три. Штирп? Смерть? Зачем ты? Восемьдесят девять. У меня хпшка уходит, если что. Ну, какие-то фразы постоянные. Я пока не уверен, что происходит. Я к тому же пока не сохранялся и... Это офигеть, какая комната. Классно. Я остался без оружия. Я, кстати, не знаю... Я не то собирался, стоп. Я не знаю, куда мне дальше. Ну, как бы я относительно знаю, куда мне дальше, но это... И оно сразу орать на меня. А тут не сохранишься нигде, ничего. А, стой. Float overflow. А что с этой фигней? Оно не открывается? Я за... На секундочку. Сейчас, ребят. Трачу свои последние ресурсы, блин. Предохранитель. Номер заказа. Правильное размещение. Так. Ваш заказ на запасную деталь был одобрен и обработан менеджером. Положение вы найдете за запрошенную деталь. В фальке отдельно потребовало, чтобы в первую очередь ремонтировали систему кольцевого лифта, уже потом занимались ремонтом другого оборудования. Пожалуйста, как можно скорее займите предохранитель. Без него трудно. Тёж. А у меня не осталось ни патронов, ни шокеров. Ни хрена.
Это все максимально печально. Я там по башке получил. Отбиваться мне нечем. Ладно, ребят, давайте тогда на этом заканчивать. Я не знаю, где здесь сохраниться. Рычага определенного мне какого-то... Ну-ка, использовать. Хорошо, по крайней мере, полная хпшка. Сейчас еще тогда 2 секунды. Надо кое-что чекнуть. Лежи, лежи, не вставай. Патронов офигеть как мало. Ну, то есть, так нельзя. А, дверь открыта, стой. Вот что это. Все, все, все. Нормально. Тогда мы можем пойти сохраниться. А где у нас там был фьюз? Постбокс. Здесь, что ли? Сохранение было наверху, да? Фьюзбокс, вот он. Прям здесь. Использовать предохранитель, да. Так, а теперь нам надо подгадать, что ли? Сверху должно быть 800, снизу 230, да? Тут 120 и 120. Некоторые минусуют, видите? Так, так. Нет. Кстати, почти идеально 720 на 240. Наверное, это, кстати, ловушка. Шестьсот семьдесят на 230. 870. Блин, а где я вам по тридцатке-то возьму везде? Ладно, короче, ребят, все. Давайте эту загадку уже решать в следующий раз. Мы пойдем сейчас сохранимся. Я на самом деле не очень хочу сохраняться, мне нечем абсолютнейше воевать. Я не знаю, может быть,
уверен вообще, хочу ли я переписывать этот слот. У нас ресепшн, ресепшн, ремонтная мастерская. Давайте на вот этот третий файл, получается. Да, а там уже посмотрим. Ладно, ребятушки, будем пока на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.